День флага Российской Федерации с размахом отметили в Северной Осетии. Во Владикавказе прошло сразу несколько мероприятий. В Республиканском центре социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце» партия «Единая Россия» провела акцию. Для детей провели конкурс рисунка. Победители получили призы, но ни один не остался без подарка. В конце праздника их ждал стол с мороженым. Патриотизм прививается, наверное, с детства. Да? И вот таким мероприятием мы хотим, скажем так, ознакомить детей с историей флага, с момента происхождения его и так далее. Активисты команды молодежки Общероссийского народного фронта провели акцию «Россия в каждом окне». Такие мероприятия прошли во всех регионах страны. В Северной Осетии также присоединились к общему движению. Молодые активисты ОНФ вывесили российские триколоры из окон Дома профсоюзов.